В столице Крыма отреставрируют здание Дома дружбы народов. На ремонтные работы выделят порядка 37 миллионов рублей, а на проектно-изыскательные – 5. Об этом на совещании сообщил заместитель председателя Госкомнадзора Эльмар Мамбетов. Также на мероприятии обсудили этапы строительства полиэтнического центра КИПУ. К зданию осталось подвести газ, свет и воду. А вот мемориальный комплекс «Сюрень» уже на стадии завершения. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Что касается КИПУ, вторая очередь, Центр политической культуры, вторая очередь, то вторая очередь сегодня уже размещены информация относительно торгов. Где-то к 10 августа мы будем понимать, что торги проведены, подрядная организация будет определена, с которой мы сможем в дальнейшем вести диалог. Также обсудили вопрос относительно строительства третьей очереди строительства Центра политической культуры, потому что понимаем, что во вторую очередь мы не могли на сегодняшний день заложить средства именно на автостоянку, это не предусмотрено было проектом, поэтому данные средства будут заложены в третий этап.